Девчонки, всем привет! Сегодня я вас буду учить, как нужно делать макияж. Первое, берем непонятный тюбик с кремом, наносим его на все лицо и прям руками, пальцами, всем чем угодно начинаем все это размазывать. Для чего, я понятия не имею, ну ладно. Дальше. Прям тем же пальцем наносим на губы непонятную субстанцию. Крем. CC-крем. Наносим его тоже, как ни странно, на лицо. Везде, везде, где только можно. На щеки, на лоб, везде. Берем губку для мытья посуды, начинаем все это вбивать. Закрывать все поры, все-все-все, как можно тщательнее. Лоб, нос, подбородок, щеки. Все это начинаем вбивать прям долго-долго и усердно. Дальше. Что у нас дальше? Еще один непонятный крем. Ну, наносим его точечно. Понятия не имею для чего, но делаем так. Так надо. Расчесываем брови. Вот. Идем в детский мир, покупаем кисточку для гуаши. Гуашь. Подбираем цвет и начинаем красить брови. Красим тщательно, аккуратненько, чтобы все это выглядело идеально. Ну, естественно, обе брови. Одну и вторую. Что же у нас будет дальше? Я уже боюсь. Тушь для ресниц. Начинаем красить ресницы. Нет, не ресницы, брови. Прям так поднимаем волоски. Все это тщательно, тщательно, аккуратненько. Чтобы нигде не измазаться, берем еще один тюбик. С непонятно чем. Наносим на глаза. На глаза как можно больше. И все той же губкой начинаем все это вбивать прямо в глаза. Не знаю, больно это или нет, но так надо. Тени. Тени, показываем какой оттенок, наносим на глаза. Второй оттенок наносим чуть выше глаза. Все это растушевываем, растушевываем, размазываем, перемешиваем, чтобы все это было хорошо и красиво очень. Оттенок номер 3 наносим в угол глаза, растушевываем, размазываем все это, да, обязательно. Снизу под глаз это тоже надо обязательно, куда без этого, как же. Правда, не очень много, так, чуть-чуть. Оттенок номер 4 все в тот же угол глаза. Блин, зачем на одно и то же место наносить 10 оттенков теней, я не пойму. Ну ладно. Значит, так надо. Ну, само собой, на один и на второй глаз. Обязательно, а как же. Карандаш. Карандашом начинаем рисовать линию, где растут ресницы. Для чего это делается? Для меня загадка, честное слово. Кисточкой все это растушевали, берем темный оттенок и наносим туда же. И все это размазываем. Да, да, тщательно, хорошенько размазываем. Подуем на кисточку. Размазываем, размазываем, да, все правильно. Берем еще один крем, наносим его под глаза. И все той же знакомой нам губкой начинаем все это вбивать. Вбиваем, 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 тщательно, красиво, аккуратно. Светлый оттенок, наносим его под брови. Под брови его наносим. Для чего, я не знаю, но так надо. Ресницы. Красим ресницы. Ну, тут все просто. Тут даже я все знаю. Снизу, сверху. Все, все, все аккуратненько, чтобы не измазаться. Вот. Это бронзер. Наносим его на скулы. Еще непонятно, что наносим это туда же. Кисточкой. Ну, конечно, как же. Румяна. Наносим румяна пальцем. Прям кисточка не нужна. Абсолютно наносим пальчиком. И начинаем красить губы. Сначала карандашиком, все это контур, все аккуратненько, красиво, и помадой. Ну и, естественно, красуемся перед камерой. Как же все идеально получилось. Ну, красота какая.